Ага. Thank you.
Давай, давай! В офсайде он! Поздно уже, а! Вышло!
Эх, да что за обрезы такие? Перед мячом хотя бы встаньте. А стенку? Бей! Гол! Thank you.
Играем. На фланг. Еще. Thank you.
Давай, давай, Артём! Еще. Навеш. Эх. Подсказывайте уж хотя бы своим заранее.
1-1 счет. Серьезно? А? Нет, наша. Ну. Рука же была. Все сильно настроены. Хули на жарко. С этим согласен. Мы в том году 2-0 выиграли. То ли третий, то ли четвертый тур. А, четвертый. Как раз таки здесь мы их выиграли. Другой 5-литровки принесет. Я ларек не чекал сюда, я хотел бы. А? А ларек? Thank you.
Давай, давай, давай. Один-один. Кстати, Рома с ними играет за них. А? Рома за них играет. Убрали.
Ну, молодой, который защитник. Весь из Зеландии. О, второй номер. Да. Последний защитник. Выбираем все победы. Не, сам когда ты продал еще раз я? Зараз два. Давай посмотрим. Вон, это фат. Это. Сегодня, короче, родиться не будет. Нет. Они не смогли, короче, на обратный этот путь билет купить. Билеты купить. А он тебе не звонил, он будет вообще, не будет ездить. Пускай наберет, ладно, на всякий случай. Ага, давай. Ну, не знаю, раньше там некоторые из них, да? Всем надо выиграть, короче, всем. Бля, ты скажешь, что у нас такие бассейны? Мне кажется, у всех не было. Бывает, да? Когда у нас особенно жарко. Давай начисто. Что-то один-один. Мне не да, скажи. Бля, ты так нервничаешь. Экономить, да? Я
короче, когда на 20 минут. Он реально по 20 минут. Я вообще почему-то не могу. Второй год мы вообще за 20 минут высадили, да? Засекали? Да, походу из-за этого. Диана говорит, я говорю, хорошо, ты спишь? Да, да, да. Лучше Альберту платить деньги, да? Ну, вот смотри, вот тренер. Защитники все слышат, подсказки. Если у меня от Викторовича ни одну подсказку. Как там, что? Подсказывай, ты же тренер. Он говорил. Что он, я ничего не слышал. Нет, с нами там разговаривал. То, что Марс пиздец, то, что ты пиздец. Он прям матом ругал, то, что там Марс, что про Марс, что Татьяна. Чего не подстраховали? Азат, где он может своих молодых, когда физиков пиздишь? Страшно, ну как угодно. 2005. Может за один. Смотри, у Камиль Нурича нормально усилит команду. Камиль Нурич? Да, команда. У него поставить. А собаки волк сдавать, а не защитить на себе. Я промахнулся, почему не подстраховали? Сразу Марс все не надо. Да. Когда тебя перекинут? Да, наоборот, с тобой Марс. Марс перекинул. Да, не накинул Марс. Игорь же перекинул. И Марс. Игорь не перекинули. Потому что ты... А зачем ты перед игроком стоишь? Ты сзади игрока стой. Знаешь, что было? Я вот здесь стоял, а он вот здесь. Я чуть долго стоял, он туда побежал. Ну, короче, Олег Исаевич весь первый темп помогу. Вашу перейти. Наверху второй темп играть. 10 минут? Одну, блядь, полу ошибку за матч допустил, блядь. Ну, скрыть. Все, нахуй, за скрыть поставил. О! Видал, ты одна кошка. Ты же просто сказал, что... Мне кажется, вот ты очень прикалываешься. Я тут желтый сразу. Какой желтый? Желтый, да. Нет, мне кажется, это было. Это долго.
сегодня по делу прибыл. Сегодня был первый матч, который по делу прибыл. Второй. А, нет, второй. Еще лайнер. Если что, Google Транслит, примени. Вообще не собрано скрайно. Нет, я ничего не говорю с этим. Замену ты будешь делать?
Кто первый забил? Мы. Кто первый забил? Давай, давай. А вы Сарича решит. Парочка команд, которые у нас есть. Где? Где? Кто? Хоть одну не назови. Ну, кстати, Синдикат очень хорошо играет в Д. Синдикат? Да, он... Снялся. Так снялся, да. Потом в Лигу Д, ну, сейчас нахуй ему он играет. Блин. Ты что, не все будет? Я задолбался, уже эта камера уже третий раз за матч уже падает. Ромарио. Хорошо. Есть курёв? Да, есть. Где она? Ай. Айдара, Айдар Альберту второй ротар возьмем, потом он, блядь, надо. Он же ищет команду, блядь. А чем, кстати, чем же? Наверное, вперед. Он к нам хочет. Его к нам и надо, я считаю, блядь. Ну, два вратаря и куда? Блядь, третьим будет. Хуёр будет два, походу. Альберт будет первый муж, я? Конечно, нет. Бля, Альберт в порядке. Здесь маленький. Попробуй. Нет, тут переодеться надо попробовать. Да, если что, я говорю, что нет. Нет, я не попробую. Нет? Переодеться надо попробовать. Ты сам уже там уже лень. Лень, понятно. Что-то надо потом. Да ладно. Судья тоже желтым, черным вообще. Да, да, да. А почему как? Судья же на 30 лет. Душку. Не, он судья. А, помещение нарвелось, что ли? Вот это за проблемы, да, так и есть. Ну, чисто это в офсайде царь стоит. Что вышли, да, все, сужал. Ворот, он царь проверил, Ранечка, там вышел. Я вчера и так не земли не одел уже там. На бок тело накинулся. А влево лопить, к солнцу. Ну, блядь, это дело. Да солнце на зенитике не стоит. Можно было, да? Да солнце. Не форм-то одинаковый, да? Прилетишь, да? Все, темный, блин. Не, нормально. Да, я знаю, там человек. Вот пошел как раз вправо, дай. Ну же поздно. Тяжело вас вести. Не знаю, Сань, что я делать уже. Не, ну я со сперва... Бля, и бросил неправильно, не тому еще. Просто не задали. По 20-е. Ты че, ну? За 50-е смотри. И то надо было здесь еще раз. Сань. Второй там уже идет. Сейчас же вот только они вышли оттуда. Нет. Гол водопой. Здесь не контроль, здесь ребят, конечно,
Давайте, удачи. Не пойду. Ты здесь что ли будешь? Не буду, перевезти все. Что, еще Тимур придет? Наконец-то. Он будет снимать, что ли? Да. А, серьезно, что ли? Ты будешь просто наблюдать? Нет, пофоткаю. Хорошее дело. Потом еще в 4 часа сразу две игры начинаются. Ну, кто не начинается. Там лига. А, попросили просто снимать? Так все уже, официально же. А, то есть тебе денежки платят, ты снимаешь, да, лига? Ну ладно. Вот фу, потихоньку этот нравится там, вот я читаю комменты, которые выложили в этот видео. Наоборот, нравится людям. О, это затея. А тут еще тем более еще обзоры делают голов. Голов теперь еще предложили сейвы вратарские тоже включать. Если честно сказать, то. Так уже как вот вторую игру уже подряд уже зажимают. Просто не знаю. Хотя на тренировке все нормально. Ну тут еще основных игроков нету, вот в чем дело. Нападений нету, защиты нету тоже. Что сегодня насчет братьев не будет? Ты сейчас вообще не Поднимись. Вниз.
Вниз? Ну туда мне входим. А, ладно. Я потом еще присоединюсь сюда. Сильно хочет фарт выиграть. Yes.